Сегодня, 28 ноября, в актовом зале Каспийского центра дополнительного образования состоялся концерт, посвященный Дню Матери. Участие в нем приняли юные таланты детской школы эстрадной песни «Марьяна», а также воспитанники Центра детского технического творчества. Ребята с удовольствием подготовили концертную программу, украсили сцену, выучили стихотворение на английском языке, на русском языке. Посмотреть на творческие номера пришли и те, кому были посвящены песни, стихи и представления мамы юных артистов. Каждое выступление воспитанников учреждений дополнительного образования вызывало восторг зрителей и сопровождалось бурными аплодисментами.